Узнавая все больше о жизни и смерти, мы удивляемся, обнаружив, сколько еще всего скрыто от нас. Сама тема геноцида армян необъемлема и важна, и получить дополнительную информацию всегда полезно. По подсчетам доктора Йоханнеса Лепсиуса, в 1915-1916 годах в Османской империи погибло 1,5 миллиона армян. Было разрушено 66 городов, 2500 деревень, 2350 церквей и 1500 школ. Материальный ущерб составил 15 миллиардов франков. А это главные организаторы геноцида. Министр внутренних дел, почты и телеграфа Турции Мехмет Талаат Паша. Военный министр Энвер Паша. Министр морского флота Ахмед Джемаль Паша. Идеолог и генеральный секретарь партии «Единение и прогресс» Назим Бей. Второй секретарь партии «Единение и прогресс» Бехаэддин Шакер. Я назову их сыновьями смерти. А эту карту... карты смерти. Но я хочу составить еще одну карту того времени. Я назову ее картой спасения. Ибо там, где насилие и смерть, всегда есть спасение и жизнь. Такого фильма не показывали десятки лет, чтобы можно было посмотреть аналогично прочтению книги Франца Верфеля «40 дней Мусадага». Несмотря на то, что я не знакома с кинопроизводством фильмов, если можно так сказать, этот фильм прекрасен, отражает всю трагедию в великой музыке, во множестве чувств и в прекрасных пейзажах. Я скажу слова тяжелые, неподходящие для описания такого фильма. Этот фильм приятно смотреть. Действительно, говорить подобным образом нельзя, однако в этом фильме мы видим всю трагедию, и в то же время он располагает к просмотру без страха и горьких слез. Это и есть карта спасения. Ее творцы – 5 женщин, 5 сестер милосердия, отправившихся из уютной Европы в Османскую Турцию. Это необычная карта, но вот она передо мной. Настоящая, реальная. Реальная, как геноцид, с его нечеловеческой жестокостью. Как и неравная борьба этих женщин, как горе и храбрость, переполнившие их души. Как те 1000 армянских детей, которые выжили, благодаря любви и жертвенности этих женщин. Вот они. Альма Йоханссон, Бодиль Бьорн, Мария Якобсон, Анна Хедвиг Бюль, Карен Йеппе. У шведского поэта Гуннара Эклюфа есть такие слова. Молчание. Его нужно слушать. О геноциде армян начала 20 века многие годы мир молчал. Иногда его называют забытым геноцидом. Героини нашей истории нарушают это молчание. В своем вступительном слове заведующий отдела кинопрограмм синематеки Тель-Авива Пини Шац заявил: впервые идет показ фильма о геноциде армян, организованный совместно с армянами Израиля. Эта тема сегодня, к сожалению, особенно актуальна здесь у нас. Фильм, который я уже видел, честно говоря, до премьеры в синематеке, потряс меня с первого просмотра. Я смотрел его вместе с супругой, и мы долго не могли прийти в себя после увиденного. Прониклись духом фильма, его трагедии, которую несет этот фильм, и его милосердие. Все было переплетено в высшей степени профессионально. Я не буду говорить о том, что все было великолепно. И операторская работа, и идея, и режиссерская, и музыка. Все там было на высшем уровне. А такое, когда делается от души профессионалами, то это дает свой результат. И подтверждение тому 24 июля сего года в синематеке Тель-Авива состоялся просмотр этого фильма.
Зал был почти полным, к сожалению, почти, потому что не вся информация о просмотре дошла до некоторых районов, в частности, Батьян и там еще другие места, это говорили уже те, кто хотел этот фильм посмотреть. И они лишились того удовольствия, которые пришли в тот день и в полное впечатление ушли. Очень многие подходили к авторам этой идеи, к тем, кто имел отношение к фильму, и выражали свою благодарность за такой потрясающий фильм, за такое необычное освещение темы геноцида. Не было традиционных жестоких кадров, резни и тому подобное. Было отношение шести женщин-миссионерш, которые бросили свои дома, уют домашний, и оказались в самом центре этой бойни, устроенной турками, и вывозили детей. Фильм посвящен судьбе великих женщин, сумевших спасти жизни тысячам армянских детей. Израильский историк Владимир Идзинский в своих впечатлениях о фильме на странице Фейсбука отметил, как много ужасного и бесчеловечного могут совершать одни народы против других. И тут же мы видим, как много доброго и хорошего могут сделать отдельные люди, такие как эти замечательные женщины, о подвиге которых рассказывается в фильме. В создании фильма участвовали рассказчик фильма, это Сванте Лунгрен, который по национальности швед и живет он в Финляндии. Это первая работа его. Он историк, автор книг про геноциды армян, холокоста и ассирийского народа. Режиссер картины Арам Шахбазян, один из талантливых режиссеров в Армении, который учился во Франции и в Армении. Очень много фильмов художественных, короткометражных и документальных он сделал. И многие фильмы уже завоевали разные призы в фестивалях международных. Автор сценария Анна Саркисян, у которой много хороших, прекрасных сценариев, как и «Карта спасения», потому что очень удачный, хороший сценарий она написала. Артур Гараян, тоже известный оператор и в Армении, и в России, очень талантливый человек. Вик Зартман, тоже очень одаренный композитор, наш соотечественник, который живет в Австрии. Одним словом, все хорошие, все профессионалы, талантливые люди работали над картиной. Честь и слава им всем. Однажды в школу из Франкфурта на Майне приехал священник армяно-католической церкви. Он рассказывал о горе Арарат, на которой когда-то Ной сошел на землю из ковчега. Сегодня там погибают христиане. Священник видел это своими глазами. Братья и сестры, помолимся о милости Божией. Но молитвы сегодня мало. Наше духовное товарищество, которое учреждает детские дома, училища, организует сбор средств для армянских сирот, сейчас остро нуждается в помощи. Нам нужны воспитатели, которые смогли бы хотя бы частично взять на себя заботу о детях погибших армянских матерей. Я готова ехать в Армению. Каждый участник создания этого фильма распространяет значимость истории Армении в других странах. И это большой шанс познакомить еврейский народ с геноцидом армян в документалистике. Как только услышали мы о картине, сразу захотели, чтобы граждане Израиля увидели этот волнующий фильм и узнали, что произошло с армянским народом. В последнее время много встреч и рассуждений ведутся в Кнессете по теме армянского геноцида. И мы думаем, что это еще одна возможность повысить осведомленность о геноциде конца 19 и начала 20 века. Армения – древняя страна, территория которой занимала 400 квадратных километров, с 16 века оказалась в составе Османской империи. Перед Первой мировой войной здесь проживало около 2 миллионов армян. В 1877-78 годах, после очередной русско-турецкой войны, армянский вопрос вошел в сферу международной политики. Крупные европейские страны принуждали Турцию к реформам. Однако султан Гамид II, превративший по
сам исламизм и пантюркизм в государственную идеологию, выбрал иной способ решения армянского вопроса – физическое уничтожение армянского народа. В 1878 году турецкие власти начали планомерное осуществление этой политики, попытались довести ее до завершения во время Первой мировой войны. В 1894-1896 годах по приказу султана Гамида II были убиты и исламизированы сотни тысяч армян. Вести об уничтожении армянского народа дошли до Европы. В Израиле я впервые и пребываю в особых чувствах, видимо, потому что настроен для показа и очень рад этому. Меня всегда интересовало, возможно ли среди ужаса войны сохранить жизнь, жизнь других, когда единственным оружием является твое милосердие. И сколько нужно милосердных сердец, чтобы во время всеобщего горя и безумия противостоять смерти и отчаянию. 100 тысяч, 500 тысяч. Или достаточно и 5, как стало достаточно тех 5 сердец для карты спасения. Вы знаете, сегодня особенный день по факту того, что здесь проходит такой показ. Мне сами работники, в частности, сказали, что 20 лет с лишним не было армянского фильма, не было фильма из Армении. И тем более такого содержания, как «Геноцид». Идея поездки на Восток стала потрясением для девушки, объехавшей многие благоустроенные города Европы. Как отреагирует ее семья? Что она будет делать в неизвестной и незнакомой ей стране? Карен Йеппе въехала в Урфу на осле. Это было символическим совпадением. По воспоминаниям очевидцев, народ с радостью вышел встречать молодую иностранку, прибывшую из Дании. Карен была поручена забота о 300 сиротах. Она должна была организовать их воспитание и образование. Но тяжелее всего было другое – утешить деток, потерявших своих родителей. Прозвучал вопрос, существует ли в Армении звание, аналогичное праведнику народов мира, присваиваемый спасителем армян. На что со сцены последовал ответ, чтобы это для себя выяснить, посетите мемориальный комплекс в Ереване. Там можно возложить цветы к вечному огню в память безвинно погибших, и там же в музее познакомиться с публикациями и снимками германских фотографов. А неподалеку от музея в аллее посадить деревья в память о жертвах геноцида. Также узнать, в какой из сцен комплекса замуровывается урны с землей, привезенной с могил политических и общественных деятелей, которые подняли голос протеста против геноцида армян. Среди них Армин Вегнер, Хедвиг Бюль, Генри Маргентау, Франц Верфель, Йоханнес Лепсиус, Викон Джеймс Брайс. В архиве организации «Работники женской миссии», который хранится в отделениях Национального архива Стокгольма, множество писем и докладов с подписью «Альма». Если бы больше не сохранилось никаких свидетельств о геноциде армян, одних этих писем было бы достаточно, чтобы мир узнал о зверствах турок. Даже среди армян были такие, кто впервые узнал о 5 миссионерках из разных стран, отправившихся в дикую Турцию заботиться о детях-сиротах. Им было интересно знать, как родилась идея такого фильма о милосердии. Манвела Сарибекяна несказанно вдохновила книга армянского писателя Акопа Согомоняна, где представлены истории некоторых гуманисток, информационная часть которой вошла в сценарий фильма. Под впечатлением от книги Манвел понял, что снимать будут фильм именно о людях, представителях других национальностей и государств, взявших на себя столь важную миссию по спасению наших соотечественников, оказавшихся жертвами младотурок. Для Манвела обращение к теме геноцида и гуманизма имеет личные причины. Его предки – выходцы из Западной Армении. В период резни, устроенной султаном Османской империи Абдул-Хамидом, из многочисленной семьи его предков чудом выжили всего несколько человек. Среди них и его дед, с которым связана история, как ему удалось спрятать в укрытии и спасти от младотурок около 40 женщин и девочек. Война и геноцид изменили благополучную жизнь европейских девушек.
Но эти девушки пытались остановить ужас войны и геноцида. Сочувствие вело нас к страдающим армянам. Сочувствие, которое переросло в любовь. Фильм прекрасен и силен по выразительности изобразительного искусства. При просмотре, прежде всего, я испытал волну боли и скорби, страдая вместе с тысячами человек. Каждый кадр разрывает сердце. И полыхает гнев за неугасаемое горе и траур, которое было и повторилось снова в других геноцидах, включая Холокост еврейского народа, и присутствие которого ощущается в любом месте, где проводилась националистическая реформа. Неважно, кто именно является жертвой. Кто сказал, что Бирма — это мусульмане? В еврейской катастрофе были евреи, в армянской катастрофе были армяне. Разные люди делают это, и я ненавижу их за то, что они делают. Есть у меня необычный вопрос. Откуда в человеке столько зла? Конечно, я задавался годами этим вопросом. Что можно сделать, чтобы остановить этот дух зла? Эта тема будет актуальна всегда. В любом случае, через годы я уйду, и потому я еще интенсивнее занят этим вопросом. Мы — люди. Я не пойду делать зло кому-то. Ты не будешь никому желать и делать зло. Как и почему люди способны делать то, что делают? Психология не дает ответа, как и теология, по моему мнению. Из слов впечатления от не менее важных людей, которые посмотрели фильм. «Карта спасения» сопоставима по силе и эмоциональному влиянию с мемориалом Яд Вашем. Детские вещи, безымянные фотографии и тысячи маленьких худых, больных, оборванных сирот на дороге войны и смерти. Кто-то прошел, кто-то остался тлеть, без имени, без могилы. Но были люди, спасающие и дающие кровь и хлеб, рискуя своей жизнью, а часто и жизнью своих семей. Люди разных национальностей и вероисповедания, оставшиеся людьми, несмотря на войну и голод. Теперь мы кормим и одеваем более 5000 армян в Харберде и Мизре. Каждый день мы выдаем им по кусочку хлеба. Мы также отправляем помощь в Малатию, Арабкир и Диарбекир. Пшеницы хватит до марта. Не хочу даже думать, что эти малютки после стольких страданий могут умереть от голода. На них одни разорванные рубашки, нет ни носков, ни обуви. Раньше мы легко отличали армян. Они были чистыми и опрятными. Теперь их узнать невозможно. Кнессет Израиля пришел к выводу, что если бы он мог свободно голосовать, несомненно, он признал бы армянский геноцид, как это сделала 2 года назад комиссия Кнессета по образованию, в которой я имел возможность принять участие. Большинство депутатов Кнессета знают подход в мир манипуляторов и к нашей власти. Есть в правительстве политики, на которых я очень рассержен. Они продолжают приостанавливать это признание, но Кнессет готов. Теперь вопрос об истреблении народов в Холокосте. Есть разница? По-моему, нет. Десятки людей погибли, а другие убивали их. Это Холокост. Это национальная трагедия всеобщего уничтожения. Слово «шоа» — это слово из Торы. Таким образом, у еврейского народа был... На самом деле, уже использовали это слово, включая его в армянскую трагедию годами ранее. Но слово возникает как бы выловленное на крючок, и еврейский геноцид стал Холокостом. Все в порядке. Я ценю это священное слово и основы, забытые еврейским народом. Я продолжаю писать о великом Холокосте, который произошел с евреями. Но геноцид армян — это не менее Холокост. Ничто иное, как истребление. У нас был министр образования, который сказал несколько лет назад, «Любой случай геноцида — это Холокост».
много лет назад, когда я эмигрировал в Израиль, был профессор в университете Бар-Илан, институте, наиболее связанном с Израилем. Он написал статью об армянском Холокосте. Это слова, которые он использует. Не слушайте тех, кто говорит, что есть разница. Это воры. Депутаты делают большие проблемы. Да, и в каждой стране есть профессоры, которые пытаются сказать, что существует разница между Холокостом и геноцидом, между геноцидом и ядерным зарядом, или между ядерным зарядом и криминалом против гуманизма. Это бред. Прежде всего, каждый из случаев уничтожения народа и каждое великое истребление — это геноцид. А любой геноцид — это Холокост. Конечно, вы можете использовать другие слова, чтобы объяснить, что происходит, но это вторичные категории. Общая категория — Холокост. Слово «геноцид» — отличное слово. Оно было основано Рафаэлем Лемкиным в дни Второй мировой войны, когда он изучал геноцид армян в Первой мировой, и воскрешено после того, как он потерял около 50 членов своей семьи в еврейском Холокосте. Когда что-то терялось или пропадало, мисс Еппе, смеясь, любила говорить: «Мир не рухнет». Но когда она услышала о войне, то серьезно сказала: «Дети мои, вот теперь мир рухнет». В это время в Муше находилась и Бодиль Бьорн. Она пишет: «Утром мы услышали, как гремят огнеметы. Из окна мы увидели, как горят дома армян, как стреляют в людей с разбитыми сердцами. Я подходила к кроватям, чтобы помочь подняться больным, пытаясь спасти их. Под пулями я подползала к ним. Меня могли убить, но я понимала, что еще нужна была этим людям». Читая книгу Яира Урона, невольно задумываешься над тем, что нет никакого смысла вести дебаты вокруг понятий «геноцид» и «Холокост». Собственно, в конце концов, сам термин «геноцид» впервые, как известно, был употреблен всего лишь в 1933 году еврейским юристом Рафаэлем Лемкиным. А «Холокост», как уже отмечалось, по большому счету, является термином уникальным, обособленным, так сказать, единственным в своем роде. Словом, понятие «Холокост» куда шире, чем только «освенцимское сжигание дотла». Об этом и пишет в своей книге «Необъяснимого равнодушия» израильский профессор и специалист по теме геноцида и Холокоста Яир Урон. Автор этой книги утверждает, что евреи и армяне не были просто национально-религиозным меньшинством, пострадавшим от рук сильного большинства, что они сами становились жертвами не впервые, ибо жертвенное самоощущение было важной частью их самосознания и отношения к обществу, в котором они жили. И вдобавок он в приложении приводит слова своего соотечественника Шмуэля Толковского, написанные в 1918 году, когда геноцид армян в Турции еще продолжался. «Века изгнаний из земли предков, скитаний по всему земному шару превратили евреев и армян в специалистов по мученичеству. Страдания других, даже тех, кто чужд нам по крови и живет в далеких краях, задевают глубинные струны наших душ и связывают нас с нашими собратьями по мукам, глубоким состраданием, которое можно назвать солидарностью в горе». В интервью нашему каналу Манвел рассказал: «Когда мы проводили съемки в Западной Армении, нынешней Турции, его все время преследовало тягостное чувство. Я ощущал негативную сдавливающую ауру, но стоило выехать из Стамбула в направлении Греции, как мои ощущения резко изменились в сторону позитивных. Позже я понял возможную причину этого чувства». Существует старая поговорка: когда человек умирает, его душа блуждает в местах, где он жил, и она умиротворена лишь если он умер своей естественной смертью.
Теперь представьте, какой может быть аура там, где сконцентрированы души миллионов невинно убиенных людей. Их души найдут покой лишь, когда человечество во всем мире примет неоспоримый факт геноцида армян. И потомки людей, совершивших это преступление против целого народа, признаются в содеянном предками. Они будут его отрицать, углубляя сформированное более века назад чувство ненависти к себе. Мы, конечно, почувствовали, что катастрофа приближается к нам, но никто не мог предположить, что будут столь ужасные погромы, запланированные и управляемые на самом высоком политическом уровне. По мнению Мавела Серебекяна, наибольшую поддержку и силу они получили от Бога, чья вселенская доброта и покровительство сопровождали их на протяжении всей работы. Он отметил, что с ними происходили невероятные и фантастические вещи, которые иначе как чудом не назовешь. И история каждого случая может стать темой целой книги или сюжетом отдельного фильма. Слушая эти истории, многие говорили ему, что причина подобных невероятных явлений в том, что сама идея фильма оказалась богоугодной, и что это открывало перед нами самые невероятные двери. Вот Израиль — это уже 15-я страна, где фильм показан. Еще и, кстати говоря, есть и договоренность на будущем, до конца года, еще в 2-3 странах показ фильма. Ну вот в Германии есть договоренность с Германией, есть вот договоренность с Аргентиной. Могут они вот сейчас в нашем этом новом картине, мы, конечно, будем еще и услышать и снимать людей, в которых есть история, связанная с их родителями, которым спасли американцы и помогали перебраться в Америку. А самим вот, участникам, свидетелям, да, сейчас уже их живых нет. Кроме того, что вы уже начали снимать, а у вас есть мечта о ком-то конкретно снять? О миссионерке? Например, у вас есть в голове имя миссионерки, которую вы хотите снять? Вы знаете, их не одна и не один. Их много. Их много, да. И дай Бог, чтобы было возможности, чтобы снимать это про них. Сейчас вообще-то наш проект, у проекта есть свое название, но, правда, условное название. Это название «Карта благодарности». Карта благодарности, карта признательности, вот так. И дай Бог, мы закончим, вот как сделаем фильм про роль Америки, про американских гуманистов. Следующий уже фильм, наверное, будет про французских, это самое, про роль Франции. Мы будем показать, выставлять, значит, и рассказывать про роли стран, которые тогда помогали. Кстати говоря, мы будем рассказывать в фильме о геноциде не только армян, но и о геноциде греков, ассирийцев, об уничтожении других народностей, там и про езитов, евреев, других неисламских народов, и им оказанная помощь американцам. Вот так и будем, значит, по странам, то есть те страны, которые играли в роль в этом плане. Время от времени каждый смотрит на мир под своим углом. Это сегодня обычное дело и привычное состояние человеческой беспомощности перед счастливым случаем что-либо изменить. Чем Турция может заслужить свое прощение, исходя из сегодняшних реалий? Можно ли простить Турцию? Турцию можно простить только если она сама примет факт геноцида. Помимо вот признания, если эти страны, как и Швейцария, и несколько стран, в которых они приняли закон, уголовные последствия, если будет отрицание, вот за отрицание исторического факта, по законам этих стран, значит, уголовная ответственность приводит этого конкретного человека. Если будут признавать еще и будут принимать такие законы, если еще и будут какие-то санкции, ну, типа, не принять Евросоюз, я не знаю, или других таких этих международных сообществ, ну,
То есть они должны тоже со своей стороны сделать нажим на Турцию, чтобы все-таки Турция признала этот геноцид. В СМИ, к сожалению, часто можно встретить такую информацию, что в Армении есть антисемитизм. Где правда? Я не знаю, откуда такая информация. Первый раз я слышу. Я вам распространяю. Честно, первый раз я слышу, потому что все-таки сходство есть между армянами и евреями. Так что не может быть вообще антисемитизм. Вообще армяне никогда и не были антисемитистами. Абсолютно. Ну, а я знаю очень много евреев, я и с ним учился. Вот. Одного даже никак не могу найти. Такого я никогда не замечал. Нету такого и не может быть. Армяне вообще-то они к этому не способны быть антисемитистами. Поскольку не признается опять факт геноцида, существует, кроме Турции, еще страна Азербайджан, которая просто ликует от этого факта. И это одна, в общем-то, ментальность. И, конечно, будет она распространять всякую ложь, что евреи в Армении подвергаются какому-то насилию и неприятию. Я жил в Армении до 25 лет. Первый, так сказать, мой отрезок времени, а потом была Россия, Москва, учился с перерывами и так далее. И в 93-м я переехал сюда. Могу сказать, подытоживая мои впечатления о жизни евреев в Армении, могу сказать, что вообще проблем не было. Этого не было и сейчас, и не было, и сейчас тоже нету. Почему? Потому что этот вопрос, наоборот, сблизил две нации, и когда начинают говорить об этом, опять говорят, вот вы пострадали, и мы пострадали. Одинаково? Не одинаково, к сожалению. Если 1,5 миллиона через 30 лет, через 20 лет стали сокрушительной трагедией для еврейского народа, Холокост, это опять результат поощрения геноцида теми странами, которые молчали. А молчание, я считаю, что это поощрение. Когда молчат, значит, согласие. И кивают головой. Ну, что там? Они разберутся. Вот и разобрались. Гитлер вспоминал и говорил об этом, что кто сейчас помнит? Короткая память у людей на 1,5 миллиона. Ну, давай обрушим еще на несколько стран эту идею грязни, но уже не армян, а уничтожение еврейской нации, что привело к катастрофическим результатам, даже говорить нечего. Каковы надежды народа на сегодняшние кардинальные перемены в Армении? Как это может, например, повлиять на вас, особенно на то, чем вы занимаетесь? Здорово, очень уникальное событие произошло, и сейчас, конечно, продолжается. Я вот столько живу в Армении, да, вот сколько живу, столько и там живу. Такое, значит, я и не чувствовал, такое вдохновление вот себя. Вот. Были очень многие другие события раньше, да, но вот этот, не знаю почему, мне очень-очень это вдохновляет, и очень я верю, я очень уверен, что уже Армения идет возрождение. Мы изучаем историю из фильмов и книг для того, чтобы черпать в ней вдохновение и предупреждение. Но сначала мы должны помнить, что геноцид армян был почти полностью забыт в мире. Потому мы ответственны понять природу геноцида, поднять его осознание человечеством и поощрять все средства, направленные на его предотвращение. תיאטרון וקולנוע, והוא מנהל הקרנה בפועל, אדוארד אליס מרטירוסיאן, ולצוות ארגונים ארמניים בישראל, ארארת, נאירי ונויאן טפן, ותודה מיוחדת לנרינה מליקיאן, מייסדת של מדיה טיווי אג'נדה, ליוליה קיסלב, יחסי ציבור, בשיתוף עם יושבת ראש הקהילה היהודית בארמניה, רימה ורז'פיטן פלר, ותמיכה פיננסית ארמן חצ'אן, תרגום וכתוביות בעברית שבי מחיתר, נאירי, ישראל.
Prendre ton destin entre tes mains, à bras.